где была эта вещь, когда я училась в школе. Если вы еще не слышали об этом, давайте я вам покажу примеры. Это чат-бот, чат-GPT, вы общаетесь с искусственным интеллектом. Давайте посмотрим, как далеко можно с ним зайти. Например, я попросила объяснить теорию относительности в стиле Достоевского. И вот что он мне выдал. Потом я подумала, у этого ведь будут огромные последствия для школы. И попросила написать эссе о противоречивости женских образов в романе Достоевского «Преступление и наказание». И смотрите, вы можете прочитать и сказать, что вы об этом думаете. На основе моих воспоминаний о книге довольно-таки просто, но вау. Я бы в школе, наверное, так не смогла написать.